Слушай, еще раз скачал эту программу, слышишь? Перископ? Да. Но. Заебали, какие-то тёлки, что-то там онлайн, блядь, они там рассказывают говно. Что за программа? Это, блядь, перископ. Столько мудаков, какую-то хуйню чешут, блядь. Ну, блядь, что это такое? Пришлось её, это, что дарить. Всю ночь, ебать, мозги, блядь. Я посмотрел, блядь, Прада там, снял чего. Так надо было не удалять, просто уведомления как бы снять и все. Опа, Андрюш, привет! Две это мало. Я маленьких самих. А чем? Сколько мы взяли-то? 43-й, значит, у него номер. Куда конец придется кипятить ту воду, которая в танке, и потом пить горячий или охлаждать. Много вчера. Да, слушай, ну, вода упаковка это 12 бутылок, по 6 литров. Это утром тогда не сказали. Крикнули, я там еще был, я бы захватил. Ну, как бы про воду уже вчера еще говорили. Ну, вчера. Вчера, сегодня. Я бы взял прямо на берегу две упаковки. Хорошо не бухали вчера, такого сушняка хоть нет. Нет, сегодня вообще отлично. Еще сегодня не бухал, ну, да, завтра будет вообще огонь. А потом можно опять бухать. Так, вот это пепельница, не помню пепельница. Отломай там в эту штучку. Какую? Понимаешь, вот да. Это? Водичку. Пепешки!